гости старейший наш программ. Это новые интересные автомобили. И подчас они приходят к нам из Японии. И вот, кстати, недалеко от моего дома, а именно на Ленина 18, появился и не первый год работает, привезли для нас, а работает для вас фирма Toyama Auto, которая предоставляет вам аукционные автомобили из Японии. Такое чудо, как интернет, дало мне возможность утопить в помоях еще то продажное снизу доверху руководство нашей необъятной, образца 90-х годов прошлого века. Какого волосатого я должен платить за недорогой американский маслкар, который поимеет 90% крутых тачек, немеренные бабосы за растаможку? Почему я не могу приобрести фарш о левом руле за копейки там, который сюда привезти нереально? Выход – японские авто. А вот сюда Инет меня не пустил. Но меня пустили в гости к Toyama Motors. И я кое-что выбрал. Так, чтобы круто и недорого. Вот так внезапно наступает прозрение и удивление. В Америке, к примеру, можно, конечно, прикупить и утопленника в идеальном состоянии. Здесь же вы видите все, что было с авто, и можете поторговаться. И здесь вам продемонстрируют дополнительные расходы, связанные с налогами и транспортировкой. И спустя некоторое количество времени породистый японский скакун, преодолев Японское море, а затем 7000 километров по железке, будет ваш.